Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы по Sid Meier's Civilization 6. В прошлых видео, в первой серии, я отвечал на вопросы по интерфейсу и юнитам, во второй серии и третьей по стратегии игры, и в прошлой начал отвечать на вопросы о развитии. Так что если вы не видели, то посмотрите их обязательно. Возможно, там узнаете ответ на свой вопрос. В этом видео я продолжаю отвечать на вопросы о развитии в игре и начну отвечать на вопросы про город, районы и улучшения. Несколько вопросов было, на которые стоит не отвечать, а просто отправить вас на мой подсайт cif6.com. .leshaigrait.ru 6 арабской цифрой. Да, перейду. Вот этот сайт. Например, как выходить в первый темный век, где можно найти список факторов, которые добавляют очки эпохи. Переходите на этот сайт. Вот здесь в оглавлении находите века. И вот ниже все факторы, которые дают очки эпохи. Я их просто не буду перечислять. И после патча, пожалуй, в первую эпоху выходить, стараться в темный век я уже не рекомендую. Ну, да, я иногда на видео это делаю все равно, но каждый раз себя ругаю, потому что всего 8 очков требуется для выхода в нормальный век. И лучше заранее уже стремиться в золотой в начале. Потому что как раз остаться в темном в первой эпохе очень-очень сложно. Второй вопрос, опять же, вот для этой таблицы. Какие карточки культурного наследия появляются от каждой из форм правления? Вот переходите в раздел «Правительство и политики», и, пожалуйста, вот тут сами политики, а вот вам здесь карточки, которые еще и распределены по подгруппам, чтобы было понятнее, что в какую переходит, потому что какие-то карточки заменяют другие карточки, на что они влияют. По-моему, проще вот это в таблице вот здесь увидеть, чем я вам буду на видео об этом рассказывать, просто перечислять. Опять же, много вопросов, ответы на которые я уже давал в своих видео. Вот перейдите на главную страницу моего YouTube-канала, и вторая вкладка «Цивилизация 6. Гайды и руководство». Здесь вот куча полезных и интересных видео. Например, вопрос, какие бонусы помимо науки, денег, ресурсов дают города-государства? Вот, пожалуйста, я делал видео про города-государства, здесь все подробно рассказано. Или вот, возвращаясь к прошлому вопросу, вот видео про правительство и политические курсы тоже можно посмотреть. Или опять возвращаясь к вопросу, как получать тематические бонусы от шедевров и археологии, вот здесь видео про туризм и культурную победу. Так что посмотрите вот этот плейлист, тут тоже много всего интересного. И повторюсь, что много вопросов, на которые надо делать просто отдельные видео. Много вопросов по поводу того, как работает электроэнергия, как вообще работает электричество в игре. Я сделаю про это отдельное видео, потому что тут надо много всего отвечать и объяснять. Как понять, что дает торговый путь в город? Короче, опять же, много вопросов про торговые пути. Тоже сделаю отдельное видео про торговые пути. Отдельно просят, неплохо бы описать базовую стратегию игры. Как поддержать баланс в развитии, чтобы быть более-менее успешным. Рассмотреть развитие именно в комплексе. Вроде, чтобы не отстать по науке, надо строить не только компромиссы, но и театралки для получения карточки рационализма и так далее. Какие есть еще тонкости в игре? В принципе, в процессе вот этих ответов на вопросы я постоянно что-то подобное говорю, но хорошо, я сделаю и вот отдельно такое видео, как бы базовая стратегия игры в комплексе, чтобы оно просто отдельно было, и вы к нему ходили, а не искали ответы среди вот этих всех вопросов. Следующий, самый большой блок вопросов посвящен городам, районам и улучшениям. Все, что относится к этим темам. Начнем с самого частого вопроса, как делать очередь производства. Слава богу, после патча можно очередь производства всегда сделать включенной. Переходите в настройки, интерфейс, всегда открывать очередь производства. Видите, у меня включено. Это значит, что у меня в игре, например, ну вот у меня тут стоит очередь производства для победы наукой, я могу теперь сюда добавить что угодно, вот просто ничего уже не делая. Два почти одинаковых вопроса. Сколько городов в среднем нужно ставить к середине игры и сколько городов лучше строить за всю партию. Ну, обычно у вас развитие заканчивается, вот начальный этап развития, когда вы поставите 7 городов. Я обычно делаю так, у меня стоит столица, еще два города, еще двух поселенцев я
в ней строю до всяких карточек. Потом, когда я выхожу в раннюю империю, где есть карточка плюс 50% к производству при создании поселенцев, я строю еще 4 поселенцев. Но вы должны понимать, это все делается не в очереди. Вы должны исследовать территорию, смотреть приблизительно, где что находится. Но по ощущениям, обычно вот на 7 городов место есть у всех. То есть если у вас нету места на 7 городов, это уже в некотором смысле вам не повезло. Больше городов, это вы уже смотрите дальше. Ведь я могу, например, захватить те же города-государства, уже не строить поселенцев, а захватывать города. Могу на кого-то соседа напасть. Либо, если у меня действительно хорошая территория, то дальше развиваться и ставить свои города. Потому что если есть своя территория, то война не самый лучший выход. Если вы можете спокойно развиваться, ставя свои города, не тратя ресурсы на войну, и вы понимаете, что война будет тяжелой, потому что если сосед действительно никакой, то, конечно, выгодно на него напасть и забрать, то всегда выгодно ставить города. И вот этот второй вопрос, сколько городов лучше строить за всю партию, чем больше, тем лучше, вот и все. То есть здесь, в шестой циве, штрафы за количество городов, это будет больше очков для эпохи требоваться, и, возможно, что-нибудь там не хватать довольства немного, но это не особо сильно влияет. Зато чем больше городов, тем больше выхлопа от них. И действительно, в шестой цивилизации, чем больше вы их поставите, тем будет лучше. Следующий вопрос. Как происходит культурный захват клеток? Как пользоваться этой способностью Польши? Существует ли эффективная стратегия игры за Польшу, используя постоянный культурный захват ГГ и соседей? Ну, во-первых, это не только у Польши, а, например, вот у кхмеров за счет священных мест. Эти священные места активируют культурный захват. Во-вторых, есть великие люди разные. Вот, например, Мимар Синан дает возможность промышленной зоной в любом городе проводить культурный захват соседних клеток. Но, в принципе, никакой стратегии в этом плане нет, и вы чужие города не сможете захватывать по одной простой причине, что культурный захват работает только в радиусе 3 клеток от города. Ну, я так играю за Японию, я не могу вам конкретно показать, но вот, например, в Такамацу, то есть как это делается? Как только район построен, то все клетки вокруг него, то есть, например, если я тут строю район, и вот эти тут клетки все не принадлежат мне, то все клетки вокруг него присоединяются к вашим границам, то есть они становятся как бы вашей территорией. Но дело в том, что это происходит только в радиусе 3 клеток. Поэтому раз, два, три, если я тут ставлю район, то ко мне может присоединиться только вот эта клетка и вот эта, например, если они еще не присоединены, и все. Потому что вот эти клетки уже в 4 радиусе от города Такамацу, они уже не присоединятся. Таким образом, вот этих хоботков, какие были в 5-й циве, когда вы крепостями могли отжирать кучу территории соперника и подходить прямо к его городу, в шестой циве просто не может быть. Я считаю это правильно, кстати. Потому что, ну, это какая-то странная дурость была. У кого больше генералов, тот и отжирает территорию. Не совсем логично. А вот тут, что оно действует только в радиусе вашего города, в радиусе 3 клеток, по-моему, очень даже правильно. Может быть, 3 клетки маловато, можно было хотя бы 4 сделать, но все равно это, по-моему, механика более честная, чем в 5-й цивилизации. И, соответственно, никаких стратегий не может через это быть, постоянный культурный захват. Вы просто можете приятно получать клетки, если у вас соседи какие-нибудь тут вот отъедают. Например, вот здесь Конго отъел и себя тут мог поставить какой-нибудь район, как культурный захват, я бы мог получить эти клетки. Правда, клетки с районами, которые соперник построил, вы уже не сможете забрать обратно. То есть не думайте, что поставив район на культурный захват, типа за кхмеров священное место или за Польшу военный лагерь, что вы сможете отобрать районы у соперника. Нет, только клетки, на которых районы или города не построены. Как создать национальный парк и что он делает? Национальный парк создается специальными юнитами, которые открываются в цивике охрана природы. Юнит называется натуралист. Его можно будет купить в любом городе после открытия за веру. По-моему, 800 он всегда стоит на быстрой скорости. Не, 600. Покупайте его и
только с его помощью можно строить национальный парк. Игра вам сразу подсвечивает, где вы можете это сделать. Вот в моем случае вот здесь. Обычно это 4 нетронутых клетки природных, нетронутых обязательно, вот таким ромбиком вертикальным. Это леса могут быть или горы. Вполне может быть, тут тоже может быть. Можно построить, просто это в моих границах, где я могу построить национальный парк. Ну и национальные парки, в общем-то, дают туризм и довольство. И в первую очередь, это нужно для туристической победы. В Цивилопедии описано, по какому критерию вы можете поставить национальный парк. Город, который рядом находится, получает 2 очка довольства, а 4 ближайших города вашей империи по 1 очку довольства. Так что это очень неплохое вложение веры на финальных этапах игры. Что значит плюс 100% от соседства кампуса и так далее? Ну, это человек спрашивает вот про эти карточки. Я, в принципе, в предыдущем разделе рассказывал немного. Он, видимо, не понимает, что вообще такое соседство значит. Вот смотрите, есть горячая клавиша 9, которая открывает линзу империи. Очень удобная штука. Видно сразу границы ваших городов. И вот здесь показаны бонусы соседства для всех районов. Бонус соседства – это когда вы ставите район, и он получает плюс к своему выхлопу от того, что рядом с ним что-то находится. Что именно находится, вы можете понять, наведя мышку на эту цифру. Вот промышленная зона сама по себе дает 4 производства без здания. Вот даже не считайте, что там какие-то здания есть, они там есть. Просто поставив промышленную зону, я получаю плюс 4. Потому что у меня плюс 1 производство за соседство со стратегическим ресурсом, в данном случае это селитра, и плюс 3 за соседние районы. Вот, вот эти районы, 1, 2, 3. Только имейте в виду, я играю за Японию, поэтому мне каждый район дает плюс 1. У всех других наций каждый район дает плюс 0,5. То есть, если бы это была не Япония, то я бы здесь имел плюс 2,5. Вот, кстати, не знаю, оно, по-моему, уменьшается в меньшую сторону. То есть, я имел бы плюс 2 в этом районе. Потому что 0,5 от кампуса, 0,5 от театральной площади и... А, центр города, по-моему, 1 дает. Нет, тоже 0,5. Он тоже 0,5 как. 1 дает правительственная площадь. И обратите внимание, что все районы считаются, дают бонус за соседство, то есть и аэропорт, и космопорт дают бонусы вашим районам. Так вот, вот эти карточки на плюс 100% относятся к этому самому соседству. У меня сейчас идут бонусы только коммерции, ну и промышленные зоны тоже идет плюс 100. Так как стоит карточка, промышленные зоны плюс 6 идет, плюс 6. Но так как стоит карточка на плюс 100%, то в городе от районов, видите, плюс 12 от промышленной зоны, потому что стоит карточка на плюс 100%. Много вопросов о том, как работает механика довольства и как ресурсы роскоши действуют на города. На самом деле тут ничего особо сложного нету, но очень неочевидно действительно это в игре сделано, вот как вопросы задавались. Как именно ресурсы роскоши влияют на довольство жителей? Как работает довольство? Почему в разных городах разный показатель довольства? Объясни, пожалуйста, механику работы редких ресурсов. Как и каким городам они дают довольство? После 5-й цифры вообще не понимаю, как это работает в 6-й. Да, потому что в 5-й цифре это был общий показатель счастья вообще на всю империю. А здесь мало того, что в каждом городе свое довольство, так еще и ресурсы работают не на все города. В чем идея? У нас есть редкие ресурсы. Вот эти все ресурсы, которые здесь снизу написаны, они дают счастье. Но они дают одно счастье 4 городам. Кроме того, в каждом городе это одно счастье действует на 2 жителей. Первые 2 жителя вообще не требуют никакого довольства, а потом следующие 2. Одно довольство, еще 2. Еще довольство и так далее. Это, кстати, причина, почему в 6-й циве, в общем-то, большие города и не вырастить. Вот эти 25 жителей в Фукуока, это реально офигительно большой город для 6-й цивы считается. Хотя в 5-й, например, 40 жителей в конце игры вполне нормально отрощенные города и нормально жили. Здесь вот главное стопор, главное, из-за чего города становятся расти, это именно довольство. Итак, 1
ресурс довольства работает на 4 города на 2 жителей. Теперь, почему в разных городах разное количество довольства? Вот, например, в Фукуоке 25, и тут идет 25 жителей, и тут идет 12 общее довольство, и при этом 0 оно, да? А, например, какой тут? В Мекке 7 жителей, довольство аж плюс 4, и идет всего 7 довольства, хотя уже аж плюс 4. Уменьшение довольства идет с самых ваших развитых городов, в тех, в которых больше всего населения. Даже вот разница между Фукуокой 25, видите, 0 довольства, и Тиром 20, тут плюс 1 довольство, уже есть. То есть, грубо говоря, ресурсы роскоши распределяются равномерно между всеми вашими городами, и это пересчитывается в начале каждого хода, начиная от самых маленьких и заканчивая самыми большими. Причем еще имеет значение нахождение ресурса роскоши. То есть, например, сахар все-таки будет быстрее распределяться в Нагою, Фукуока и Тир, чем в Мекку. Но это уже частности. Я не думаю, что вам это следует, это вот все запоминать и понимать. Достаточно заходить в самый свой большой город и смотреть количество тут довольства. Если оно 0, то значит и во всех остальных городах стопудово будет 0 или плюс и больше. Плюс будет, чем меньше жителей, вот смотрите, в Хатине уже плюс 1, да, в Мекке плюс 4, в Харлеме плюс 2. Ну, надо понимать, что тут не только ресурсы роскоши действуют, тут же еще и районы действуют, и великие люди. Вот вы можете зайти в Тир, открываем горожане, и тут есть раздел довольства. В данном случае в Тире от редких ресурсов мы только 5 счастья получаем, хотя в той же Фукуоке 10. Почему мы получаем только 5 счастья? Потому что они могут распределиться, эти ресурсы, на другие города, потому что в Тире есть счастье от великих людей, есть счастье от развлечений, от городов-государств. То есть здесь можно некоторыми ресурсами пренебречь, и игра автоматически их распределяет по другим городам, чтобы другие города получали довольство. Довольство все-таки важная штука, потому что не только позволяет расти городу, но и дает бонус к всякому производству. Например, если у вас счастье, то это будет плюс 10% рост населения и плюс 5% к любой непищевой продукции. То есть это и к производству, и к науке, и к культуре, ко всему. Самый большой уровень счастья это плюс 3, тогда будет экстаз. То есть выше плюс 3 нету смысла, с одной стороны. А с другой стороны, ну вы не будете этим всем заниматься, вот так внимательно следить. Просто вам надо как можно больше ресурсов роскоши. И всегда к этому стремитесь. Экстаз дает аж плюс 10% непищевой продукции. Важно, чтобы не было минуса. Вот если минус, то будет уже минус 5%. А если большой минус, вроде там минус 6, минус 7, то будут появляться партизаны. Но в общих чертах, вот в общих чертах, один ресурс роскоши работает на 4 города и дает счастье 2 жителям. И еще раз повторю, вот к этому вопросу, почему в разных городах разный показатель довольствия. Если не хватает довольствие, то в первую очередь страдают города, в которых больше всего населения. То есть, если не будет хватать довольствия, то в Фукуоке может быть минус 1 или там минус 2 довольствия, при этом в том же Харлеме или Мекке будет плюс там 2 или плюс 3. Конечно, можно сейчас посидеть, посчитать все довольство, которое у нас есть, как оно распределяется, но вы не будете все равно это во время игры заниматься. Вот это, я считаю, неочевидная штука в шестой циве. Просто следите за довольствием в самых больших городах. И тогда все остальные точно будут в довольстве. И как можно больше обрабатываете ресурсов роскоши, как можно больше ими меняетесь. То есть ресурсов роскоши мало не бывает. У меня, кстати, ну мы можем для примера посчитать, что у меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. То есть, грубо говоря, я имею счастье на 30 жителей в 4 городах, то есть на 120 жителей, так вот, грубо говоря, если говорить. Но у меня плюс еще и в союзниках Буэнос-Айрес, который дает счастье для бонусных ресурсов. То есть вот эти все, ну как вся, 65 544 молока. Проблема у них с отображением, и крабов столько же. То есть у меня еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще 7 счастья сверху благодаря Буэнос-Айресу. То есть итого 22, и в принципе
количество моих городов этим все покрывается. Это счастье, я счастлив безмерно. На этом пока все. В следующем видео я продолжу отвечать на вопросы о городах, районах и улучшениях. Например, как сильно может навредить нехватка жилья в городе, работают ли чудеса в захваченных городах, как укрепить лояльность, до скольки жителей надо отращивать города и другие. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!